Поехали. Так, это выделили. Интро. Значит, точно, да, интро? Инфо не надо? Как-то не очень удобно управлять. Стрелочками нельзя. Стрелочками начинаешь управлять, он громкость убирает. Ну, поехали. Да я только птичек слышу. Нет, здесь что-то не так. Стой здесь. Я сама посмотрю. ДДТ! Куда ты полезла? Не лезь туда, она тебя со... В смысле... Там кровища же. ФПС падает. Ого! Вот это спецэффекты! Ах, ну ладно. Курочка это хорошо. Аж курочки захотелось. С Балтимором. Ну, без Балтики, конечно. Ну, что, потом будешь как толстый америкос. Еще и семерка. Фу. Пусти нас, мы сейчас такое видели. Это актерская игра, господи. Короче, рожа вся красная, стекло в крови. Я позвонила в милицию, там сказали, оставайтесь на месте, мы скоро приедем. Мы свалили на всякий случай. Ну и правильно, что свалили. А то мы на нас и бухари повесили. Охотники, что ли, глухари повесили? Они и оленей могут повесить. О, все, надо играть! Стрелочка. Да? Здорово, Сим Стайл. Здорово, Ксипик. Нет, только начался. Музыка громкая. А в окно нельзя было спрыгнуть сразу? О, у меня такие же часы есть, только золотистые, не коричневые. А, надо ходить туда-сюда, пока из окна не выпадешь, наверное. Чё ты в камеру смотришь-то, ебона матрёна, тебя актерскому мастерству кто учил? Или они на фильмах эротических учились? Мне кажется, я прошел. Там что, другой нажать? На заколку. А,
А, то есть не обязательно стрелочку, что-то другое может быть. Телефон там. Там нет в окне никого. Хитро придумано. Алло? Говорит старший лейтенант милиции Гобель. Мы проверили место предполагаемого убийства по вашему звонку. Никакого убийства нет. Просто произошел взрыв автомата с краской в малярной мастерской. Пострадавших нет. Но все равно спасибо за бдительность. Волноваться вам не о чем. Можете спокойно идти в школу. А, передаю трубку вашей маме. Алло, мама? Алло? Полина, дочка, слава богу, что все так удачно обошлось. Ты в порядке? После школы не задерживайся, сразу возвращайся домой. Смотри аккуратней на улице. Я же смертельно за тебя волнуюсь. Ну все, жду тебя дома. Ну пока. Да, мам, конечно. Дубина, это просто была авария в малярной мастерской. Жаль. Давненько у нас никого не убивали. Что значит «жаль, давненько у нас никого не убивали»? Что этот лысый себе позволяет? А курица что, не в счет? Там вообще-то курицу он сам разделал и сожрал только что недавно. Буквально 5 минут назад. Машина проехала. Мне воспитание не позволяет к себе курсором наводить женщине на грудь. Или девушке. Не знаю, женщина она или девушка. Выглядит как женщина уже. Но ее отправили в школу. Меня это смущает. Так, можно в дверь. А я понял. Не, ну мало ли, вдруг там в окне появился бы кто-нибудь страшный. Активная точка? Активная точка. Ой, господи, да, поехали дальше. А в дверь, да, вот сюда. Рукой? Нет, естественно. Ложись! Или это что-то другое? Да там с улицы кто-то просто светит лазерной указкой. Очень яркой. Это лысый! Который кетчуп по окну разлил.
А у кого-то прям талант. У кого-то талант во Fruity Loops музыку писать. Определенно. Что он сказал? Я смущен. Ядрёна вож. Плюшевый зайчик, очень милый. А ещё журнальчик бы тоже можно было взять. Какого Б-класса? Подозрительный дневник. Я бы его с собой забрал. А тут повторяться, да, будет дальше? Еще руки есть? Как нельзя и такие журналы? Мы бы пацанам на кухню отнесли. Да хватит в объектив смотреть. Скалка! О, господи, мы победим этой скалкой, мне кажется, главного злодея. Скалка для раскатывания теста. А объединять предметы здесь можно? Слушай, Алекс Факт, а это уже игра идет или это до сих пор интро еще? А, уже игра, ну ладно. Интро это было, где челик... В окно сувал кетчуп, да? В смысле, кровищу, конечно. Сожрал там голову кому-то. А тут ключи еще лежат, их нельзя брать. Так, можно наверх. Футболка у пацана модная. Я такая же была. Thank you.
Мы сейчас такое видим. Извините, ребята, но я опаздываю в библиотеку. Мне надо подготовиться к уроку. А что вы видели? Иди отсюда. Ну и пофигу, пошли к нему в хату вломимся, он дверь не закрыл. Пойдем. Окей. Там наверху ничего не было, они, да, вернулись. Дом двухэтажный, судя по всему. Ну, собственно, пойдем в школу. Не пойдем в школу. Хорошо. Хорошо. Может, счетчики проверим тогда? Я не знаю, Сэм Стайл. Это он, наверное, Гарри Поттер. Недаром у него очки были, и он в библиотеку собирался. А, я понял, что надо сделать. Да, как букля такой. И в это, в форточку. Чё, туда больше нельзя? Ну он... Что он делает? Чё, никак не могу найти. Он никак не может. А вот нифига, нанять-то было. Браточек, ты чё-то найти не можешь? Можно скалкой воспользоваться? Во, можно было. Ой! А знаете, что я вам скажу? Пора идти в школу. Пошли, пошли, Лёха, пошли. Пивка дернул, можно и в школу. Школа номер 3 шестерки. Ого, серьезное заведение. Ха-ха-ха!
жирный тоже школьник. Ты же видела его дневник, 7 Б, двойки, единицы. Его, судя по всему, оставляли, ну, раз 10 на второй год. Ох уж эти школьнички с пакетами. Ну чё, может как-нибудь перегонёмся? Как? Как обычно, Митяю кнопочку по заду положу. Старый прикол. Зато верно. А чё они делать собрались? А, кнопку. Странно. Действительно. Так странно смотрит. Ядрить, вот это музон! То в правой колонке, то в левой! Здорово! Так, канцелярская кнопка для бумаги. У них не так много учеников, это деревенская школа какая-то. Yeah! High five! А где Митяй? Его чё, того что ли? На кетчуп пустил. Кто хочет туда с кем? Я. А чё все подняли? Иванов. Какая-то не настоящая школа. В настоящих школе никого, в смысле, столько рук никогда не бывает. Покажи нам, где находится Гондурас. На карте. Снова эта точка. А, надо жать что-нибудь. Пока этот остолоп ищет Гондурас, пойду посмотрю в окошечко. В
Всегда так в школе делал. Когда кто-то отвечает, ну пойдешь, сходишь пока куда-нибудь. За пивком, за кетчупом, курочкой. На улицу. Ага. Извините. Екатерина Александровна, а можно войти? Ты где был, ты, Сидоров? Я готовился к уроку, а меня заперли в библиотеке. Давай садись. Ну что же, Иванов, где у нас находится Гондурас? Там. Гондурас на Г? Что? Что этот малой себе позволяет? Почему он в классе сидит в темных очках? Садись, Иванов. Тройка. Тройка? За то, что он у доски постоял? Целый час постоял Что у него с очками? Мама дорогая, они до сих пор так учатся? Учительница обвинила ученика за то, что он сел на кнопку. Я не понимаю. Где логика? Что-то блестит, но я не могу это подобрать. Я играю, но это сложно. Думаешь, так просто запустил и играешь? Ага. Надо же вникнуть в историю создания. И куда подевалась стрелочка? Была же. Подожди. Он... У нас есть ученики, которые в данный момент в школе сейчас учатся? На стриме. Это... Ну, то есть это нормально, да, носить... Ну, нож. Вот такенный. Ну ладно, лезвие. Вот такенное лезвие.
Складной нож для резки колбасы. Так это для резки колбасы, действительно. Ну вдруг в школе выдадут колбасу ненарезанную на обед. Так, хоп, ножичек достал, порезал себе колбасы, другу руки. Покушал. Кетчупа там набрал у соседей. Из сонной артерии. Можно кнопку забрать? Вдруг пригодится. Второй раз Митяю подложим. Она вся в крови. Какая гадость. Ядрит ему жопу проткнула. Ты бы не могла помочь мне написать сочинение? Нет, мне сказали после школы не задерживаться. Сразу идти домой. Чё? Эй, эй, красотка, помоги мне написать сочинение. Я видел у тебя нож для резки колбасы. Не порежешь мне колбаски? Кнопка с кровью. Какая нежная попа у этого Митяя. Это двусмысленно, как это сейчас прозвучало, но я имел в виду, что легко прокалывается. До кровищи. Почему была такая музыка? Надо ветку взять. С веткой оно как бы безопаснее. Кстати, почему очкарик унес мою тетрадку? Мишку же плюшевого, нож и кнопку я где-то храню. Че, больше ничего нету? Только назад и вперед? Только вперед тогда. Да перестань в объектив пялиться! Ты герой игры, не пялься в объектив, когда ты герой игры! Ну что это? Это... Она... Возможно, они пытались проломить четвертую стену. Но это неудачно! Че, еще кругаля дадим? Я не игровой персонаж. Мне можно. Нож для резки колбасы я использую как... Так это не для резки колбасы. Кто-то кого-то надурил, по-моему. Ну все, пошли домой. Кол есть осиновый, можно и домой идти. Всегда так делаю. Не в дневнике. Так, в рюкзаке. Какой
интересный звук. Так. Я не понимаю, они пытаются нагнетать атмосферу или... Я ничего не понимаю. Соседи, музыка так громко, что ли, играет? Пока течет мой любимый кетчуп в унитаз. Пока течет мой любимый кетчуп в унитаз. Это кровище, Сэмста. Надо еще разочек посмотреть эту сцену. Почему зря? Может, они его потом доели? Потом ходил тот здоровый пацан, мужик. Главный геймдизайнер, так скажем. И такой курочку взял и по полу до унитаза. Потом съел. Наверное. Чё, и всё? Не хочу больше звонить, я хочу так открыть. Ну ладно, пошли домой. А, не, рано, подождите. Ты умрешь сегодня в 17:00. Метрон. Так уже 19:44 у меня. Он опоздал. Наверное. Не, свекольный сок он не подойдет. Гранатовый сок, но он дорогой. Это кто-то из унитаза был? Это, походу, фекалодемон. Домой-то можно попасть? Или это не мой дом? Возможно, это вообще не дом, в котором я живу. Или не я?
я, а главная героиня, я не знаю. Да, бедное животное. Где вторая половина? Да, бедное животное. Где вторая половина? Киску жалко. Да, бедное животное. Где вторая половина? Бедное животное. Да. Посмотрите за забором. Здесь вторая половина кошки. И труп мертвой женщины. Метро. Пам-пам-пам! Это что, кровью написано? Сейчас эксперт скажет. Да, кровь-то человеческая. Уровень радиации зашкаливает. Но быстро снижается. Надо отнести в анализ. Что бы это значило? Что бы это ни было, это абсолютное зло. Слово секта какая? Да, надо звонить милиции. Не может быть установлен. Пожалуйста, перезвоните справа. Черт, не отвечает. Я сбегаю, позвоню из дома. Давай, удачи тебе. Ребят, позаботьтесь об этих, а я позабочусь о Верке. А чего она? Если плохо вашей Вере, не забудьте вставить диск ей. В смысле, не ей, вообще, вот, просто. На этом первая часть нашего сегодняшнего стрима подходит к концу.